уши. Это сегодня у нас новый проект. Долгожданная переделка. Да. Из нашего пикапа, как вы и хотели, да? Да. Вот он, все, что от него осталось, это пикап Ford, который пойдет на место вот этого монстр-трака, который пойдет на место лоу-райдера вот сюда. Но сначала мы займемся... Давай вот это кресло снимем. Сначала мы не займемся... Не покрасим. Не покрасим. Сначала мы займемся монстр-траком. Давай, ставь монстр-трак сюда. Я думаю, покрасить его в зеленый цвет. Да. Изначально у нас задумка покрасить этот пикап в зеленый цвет. Вот в этот вот яркий зеленый. Он называется Candy Lime Green. То есть это лайм цвет. А еще посмотрите, у нас тут... Есть красная газель. Да, а это предыдущий наш проект. Некоторое время назад мы сделали газель вот такую. Кому-то понравилось, кому-то не очень. Были разные мнения. Но тем не менее мы это сделали. Нам нравится, очень нравится, да? Да. Не знаю, ничего не хотим больше переделывать. Оставим так. Это то, что мы сделали. Это какой-то металлолом. Это будет наш третий проект. Сейчас мы про него не будем говорить. А сейчас у нас вот это. Вот. По-моему, идеально. Будем... Да. Можем его покрасить. Мы его покрасим. Мы его не только покрасим, мы еще его немножко интересным сделаем. Но сначала, чтобы покрасить, нужно что сделать? Ребят, надо снять краску. Надо снять краску. Ну, это, естественно, без специальных средств не получится. Но для того, чтобы снять краску, нужно сначала снять стекла, фары, да, чтобы не разъело. Да. Давай все это снимем. Давайте снимать. Давай снимать. Пока Игорюша думает, что делать вот с этим красным, я буду потихонечку готовить к... Просто к разборке. К разборке. Ой-ой-ой-ой. Так, ну давай начнем с дверей. Вот так вот. Одна дверь снята. Я, пап, я открыл краску. Открыл, но пока не надо открывать. И вторая дверь. Я пока что... Двери сняты. Надо будет снять еще пластик с них. Так, снимаем теперь... Что, стекло? Стекло или торпеду? Торпеду надо снять. Так, торпеду сняли. Я почти открыл. Торпеду сняли, смотрите. И стекло. Стекло тоже сняли. Би-би-би. Что осталось? Бампера. Да, бампера надо снять. Пикап. Снимаем кузов задний. О, кузов вытаскиваем. Бамперочек мы сняли передний. Вот. И так. Надо теперь красную покрасить. И что осталось-то у нас еще? Фары. Вытаскиваем фару. Опа! Вытащили. И что у нас осталось? Здесь ничего не осталось. Осталось только сзади. Сзади фары, фонари снимаем. Так. Снимаем задние фары. Последняя стадия. Задние фары. Штрих. Оп, раз. И два. О! Все! Кузов полностью очищен. Теперь его надо, значит, снять краску и подготовить к покраске. Грунтовать и все прочие вещи. Он должен быть такого цвета, вот весь серый сейчас. Готово. Так, нам осталось еще что? Двери освободить от обивки. Вот от этой. Так, обивку снимаем. Обивочка снята. Дверь чистая, можно тоже ее уже красить. Ну, как бы сначала очистить, потом покрасить. Вторую дверь тоже освободили от обивки. Теперь можно ее очищать. Ребят, машинка у нас разобрана, и удаляем старую краску. Верно. Вот так машинка выглядит в разобранном виде. Все по отдельности, ничего терять нельзя. Вот эту штуку, вот этот кузов, теперь нам нужно очистить от краски, от черной. Да? Ну, не таким образом, как Игорюша хочет сделать, а специальным. Ребят, как мы снимаем краску и красим машинку, это будет в следующей серии. Да, ну не в следующей, а, наверное, через пару дней, потому что это очень долгий процесс, подготовка и прочее. В общем, снимаем краску с кузова, наносим грунт, основную краску и еще пару сюрпризов. Пока-пока, мальчики, девочки, подписывайтесь. Пока-пока. Ну а на сегодня этап завершен. До новых выпусков. Выбирай любую и подписывайся на канал Игорюшин Игруш.